Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре мойка высокого давления от компании Intertool, моделька DT1507. Вот такой вот вид имеет данная мини-мойка. Сразу видим, что здесь идет катушка-барабан для шланга. Шланг идет длиной 8 метров. Подключается это все в сеть 220 вольт. Вот так вот выглядит. Шнур питания идет порядка 5 метров. Выполнена мини-мойка, верхняя оболочка из пластика, внутри у нас металлический мотор. Так, здесь у нас регулятор включения-выключения, также отверстие для забора воды с фильтром. Вот, и отверстие для подачи на распылитель. Подключается это все очень просто. Нажимается кнопочка и вставляется. И таким вот образом у вас уже готово. Можно подключать пистолет и работать. В задней части у нас есть бачок для моющего средства. Так он выглядит. Так, по мощности. Максимальная мощность 165 бар. Производительность 5,5 литров в минуту. Мощность данной, потребляемая мощность 2,2 киловатт. Так, посмотрим, что у нас еще есть в комплекте. Так, это сам пистолет. Вот так вот выглядит. Подключается шланг в нижнюю часть. Насадка на пистолет. Таким вот образом она работает. То есть здесь можно регулировать подачу струи, то есть широкая, узкая, то есть на любой выбор. И также имеется насадка для распылителя пены. Также в комплекте есть инструкция и гарантийный талон. Вот спица есть, вот такая вот для того, чтобы если забилось где-то шланг или сам распылитель пробивать. И инструкция, как я уже сказал. Такие пластиковые вот такие вот насадочки. При покупке на данный мини-мойку распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. И более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.